В нашем городе живут и работают представители более 80 национальностей. Толерантность в молодежной среде особенно важна. Ребята учатся со школьной и студенческой скамьи находить друг с другом общий язык. Никогда даже не помышлять о войне. Сегодня мир – наша главная ценность. Студенты Шолоховского университета вновь собрались за круглым столом. Межнациональные отношения – вопрос для молодых людей не праздный. Им жить в Анапе рядом друг с другом, работать и воспитывать детей. Для меня, как для армянина, родившегося в России, межнациональный вопрос, он важен, потому что я рос в той среде, где большинство людей были другой национальности. Я также встречался не только с русскими национальностями. Вот, допустим, даже взять, например, нашу Анапу. Это греки, грузины, дагестанцы, даже чеченцы. То есть много различных национальностей, и нужно всем ужиться с темпераментом, с характером, с особенностями. Относиться к человеку в первую очередь как к человеку, а не как к отдельному типу национальности, и обращать внимание на его человеческие качества, на его характер, на его положительные стороны. Терпимость к обычаям, привычкам разных народов эти молодые люди будут воспитывать и в своих детях.